Good morning, my dear students. Today we continue talking about past simple and irregular verbs. Мы сегодня с вами продолжаем говорить про прошедшее время и неправильные глаголы. So please open your books at page 110. На 110 страничке открываем учебники. Here you can see the title Magic Moments, тема «Волшебные моменты». And in this topic, we will discuss two topics. Irregular verbs and superlatives. Это неправильные глаголы и превосходная степень прилагательных. But first, we will discuss irregular verbs. Сначала обсудим неправильные глаголы. So look at the first exercise. Посмотрите на первое упражнение. Here you can see 9 irregular verbs, 9 неправильных глаголов. Please press pause and write all the verbs down in your notebooks. Поставьте мне на паузу, запишите в столбик 9 этих глаголов. Good, let's continue, продолжим. Let's read all the verbs. Почитаем все глаголы, please repeat after me. Draw, repeat, повторяем. Make, eat, drink, sing, live, write, buy, give. Let's read the second line. Вторую строчку прочитаем. Here you can see the past forms. Здесь вы видите прошедшие формы глаголов вот этих, да? Let's read them. Давайте их прочитаем. And repeat. Don't forget to repeat. Не забывайте повторять. Made, wrote, drew, bought, ate, gave, drank, sang, left. Okay, good. Now, do the task. Сделайте задание. Match the verbs from the first line with the second line verbs. Да? Соедините глаголы с первой линии строчки со второй строчкой, да? Find the past form of the verb. Найдите прошедшую форму глагола, да? Здесь у нас с вами, и вот они все неправильные глаголы. Здесь их вторая форма прошедшего времени. Найдите ее и соедините. Карандашиком, да, можно тихонечко, чтобы потом стереть. Пока не записывайте в тетрадочку. Okay, so do the task, press pause and do the task. Поставьте на паузу, сделайте задание. Then we will check it together. Good, let's check your answers. Проверяем, да? Draw, drew. Make, made. Eat, ate. Drink, drank. Sing, sang. Leave, left. Write, wrote, buy. Bought, give, gave. Вот такую картину мы получаем, да? Вот так вот мы соединили первую форму глагола с ее второй формой, с прошедшим временем. So now please write down the second form in your notebooks. Теперь запишите вторую форму в вашей тетрадочке, да? Вот это, как мы с вами соединили, теперь напротив первую форму слова пишем форму прошедшего времени. Okay, now let's translate the verbs. Переведем глаголы. Draw. Что такое draw? Это синоним слову paint. Мы с вами знаем, что такое paint a picture. Рисовать картину. Paint и draw переводятся одинаково. Рисовать. Разница только в том, что draw — это рисовать фломастером, карандашом или ручкой, а paint — это рисовать именно красками. Make. Тоже знаем глагол. Make a sandcastle. Строить песчаный замок или делать что-то. Make — именно создавать с помощью наших рук, что-то мастерить. Да? Make. Eat. Кушать.
drink, пить, sing, петь, leave, покидать, уезжать, оставлять, да? Leave the house, уйти из дома. Leave the keys at home, оставить ключи дома, да? Здесь в зависимости от ситуации будет перевод. Write, писать, buy, покупать, give, давать. So also make pause, press pause and write down all the translation. Поставьте на паузу и запишите перевод. Okay, well done. Молодцы. Справились с этим. Well, now please open your exercise books, but don't close your student's book. Открывайте сборники, но не закрывайте учебники. И тетради не закрывайте. Open your exercise books at page 99, на 99-й страничке. Let's do exercise number one. Делаем первый номер. Подчеркни правильное слово. Here we have present simple and past simple tenses. У нас здесь с вами и present simple, и past simple. Чтобы выполнить это упражнение, нужно сначала понять, в каком времени написано предложение. Обращайте внимание, пожалуйста, на слова-помощники, такие как yesterday, often, every day и так далее, да? Которые помогут нам определить, когда происходит действие. Регулярно, как в present simple, или в прошедшем времени, да, как в past simple. Okay, so also press pause and do the task. Поставьте меня на паузу, сделайте упражнение, then we will check your answers together. Потом проверим ответы вместе. Okay, do the task. Okay, welcome back. Добро пожаловать обратно, да, ко мне сюда. Let's check your answers. Проверяем ответы. The first. We write or wrote a story yesterday. Как я сказала, слово помощник, подсказчик наш, да, это yesterday, вчера. Значит, это past simple. Значит, выбираем слово в прошедшем времени, глагол в прошедшем времени, прошедшую форму глагола, да. Здесь write или wrote. Какая форма прошедшая? Wrote, конечно же, wrote. Угу. Конечно же, wrote. Давайте я выделю. Wrote. We wrote a story yesterday. Вчера мы написали, писали историю, да, рассказ, рассказ. The second. We often write or wrote emails to our friends. Слово-помощник often, часто, оно относится к present simple, значит, глагол в настоящем времени. Write, его первая форма. Write. We often write emails to our friends. Мы часто пишем электронные письма нашим друзьям. Third. We sing or sang songs at our English lessons every day. Слово-помощник every day, каждый день, относится к present simple, значит, нам нужно выбрать глагол в настоящем времени, в present simple. Это будет sing. We sing songs at our English lessons every day. Мы поем песни каждый день на уроках английского. We sing or sang songs last Monday. Слово-помощник last Monday, в прошлый понедельник, прошедшее время, past simple. We sang songs last Monday. Мы пели песни в прошлый понедельник. Fifth, пятое. They drank orange juice last night. Слово-помощник last night, прошлым вечером или прошлой ночью. Что мы делали? Мы пили сок апельсиновый. Слово drink в прошедшем времени будет drank. They drank orange juice last night. Они пили апельсиновый сок прошлым вечером. And the last, последний. My little sisters always drank milk in the morning. Слово-помощник always, всегда, относится к present simple. Значит, выбираем drink. My little sisters always drink milk in the morning. Мои младшие сестры всегда пьют молоко по утрам. Okay, very good. Well done. Молодцы. Думаю, с заданием справились. Сложностей никаких оно не вызвало.
Let's do exercise number two in our student's book, в наших учебниках. Сделаем номер два далее. Возвращаемся к учебнику, да? What did Paco do yesterday? Look and say. Что Пако делал вчера? Посмотри и скажи. Let's read what Paco did yesterday. Да, давайте посмотрим сначала, прочитаем, что Пако делал вчера. Эти словосочетания написаны в настоящем времени. Buy a jacket. Покупать куртку. Drink milk. Пить молоко. Eat a sandwich. Есть сэндвич. Write a letter. Писать письмо. Draw a picture. Рисовать картинку. Нам нужно сделать эти глаголы buy, drink, eat, write, draw в прошедшем времени, то есть выбрать им прошедшую форму вот сверху, с первого номера, да? Вот и все. То есть нужно сказать он покупал куртку, он пил молоко, Пако ел бутерброд, Пако писал письмо, Пако рисовал картинку, да? То есть мы должны переделать глаголы в прошедшее время. Here is the example. Вот пример. He bought a jacket. Он купил куртку, да, покупал куртку. So, please press pause and do the task, then we will check the answers together. Поставьте на паузу, сделайте упражнение, и мы с вами проверим ответы. Okay, well, let's check your answers. He drank milk. Drank milk. He ate a sandwich. Ate a sandwich. He wrote a letter, and he drew a picture. Okay, молодцы. Я надеюсь, что все справились. Трудностей здесь не было. Главное понять систему, да, и знать на будущее, учить обязательно все эти неправильные глаголы, так как я вам уже говорила в прошлый раз, что чтобы знать неправильные глаголы, их нужно выучить как словарные слова в русском языке. Okay, let's go further. Поехали дальше. Мы с вами забываем на данный момент про past simple и про неправильные глаголы, потому что мы приступаем к теме превосходная степень прилагательных. Мы с вами уже говорили и проходили тему сравнительная степень прилагательных, когда мы с вами сравнивали два объекта, два предмета. Да, например, у нас была тема как раз про животных. Жираф выше зебры, да? Крокодил длиннее тюленя, обезьянка смешнее козы, да? Вот, мы сравниваем два животных, да? У нас есть с вами прилагательно «высокий», но мы говорим, что жираф выше, да, чем зебра. У нас с вами есть длинный, но когда мы сравниваем, мы говорим, что крокодил длиннее тюленя. Вот, это сравнительная степень прилагательных. А сегодня мы с вами поговорим еще об одной степени прилагательных, которая называется превосходная степень сравнения. То есть она самая высшая, превосходит, да, все. То есть если у нас был высокий, если мы сравниваем, значит, выше, а превосход — это значит самый высокий, выше не существует, да, самый высокий, вот, самый красивый, самый умный, самый длинный, самый лучший, да, вот у нас есть это самое слово, самый в русском языке, да, образует превосходную степень прилагательных. Look at this table, посмотрите на эту табличку. Here we can see just simple adjective, да, простой мы видим прилагательное, сравнительное comparative adjective, да, сравнительная степень прилагательного, and superlative, и превосходную степень прилагательных. Мы с вами помним, мы проходили, что когда мы с вами сравниваем два предмета или два животных, мы к прилагательному добавляем окончание er, да? So look at this table, посмотрите на эту табличку. Let's revise the rule of ending er, да? Мы с вами вспомним, давайте повторим, вспомним правило добавления окончания er. Просто глаголом мы добавляем er, чтобы получить сравнительную степень прилагательного. Slow,
slower, медленнее, fast, faster, быстрее. For example, например, the hare is faster than the tortoise. Заяц быстрее черепахи, да, у нас с вами был текст про зайца с черепахой. Tall, высокий, taller, выше. Просто добавили er. Если у нас с вами глагол оканчивается на буковку e, то просто добавляем r. Large, larger. Nice, nicer. Если у нас с вами глагол оканчивается на буковку y, вот у нас y, и перед ней стоит согласная, тогда y меняется на i, и только потом добавляется и r. Hungry, hungrier. Happy, happier. Funny, funnier. Ага, and the last rule. И последнее правило. Ending in a vowel plus a consonant. Значит, если у нас с вами слово оканчивается на гласную плюс согласную, и это гласная ударная, да, тогда у нас с вами согласная удваивается, вот это конечное. Big, bigger, fat, fatter, fit, fitter. Мы с вами об этом говорили еще, когда изучали животных, изучали, да, сравнительную степень прилагательных. Что касается превосходной степени, посмотрите сюда. В превосходной степени прилагательных у нас с вами добавляется окончание est. E-S-T. Clever, умный, cleverer, умнее, cleverest, самый умный. Pretty, милый, красивый, prettier, красивее, prettiest, самый красивый. Good, хороший, better, лучший, best, лучше, better, лучше, best, самый лучший. Добавляется окончание EST. Вот я перемотала на страничку 171, где написано правило поподробнее, и да, вы можете прочитать про превосходную степень прилагательных потом. Значит, вот здесь мне нужно, чтобы вы посмотрели вот сюда, употребление. То есть, вот у нас с вами есть, например, big, bigger, the biggest, да, вот здесь biggest, самый большой. Когда мы с вами говорим о чем-то, что является самым лучшим, самым большим, мы всегда с вами ставим артикль the, потом слово в превосходной степени прилагательное, да, biggest, и предлог of, is, да, например, the elephant is the biggest of the animals, of the all animals, да, слон самый большой из всех животных. Вот of, is, да, кого-то, а in, в, да, for example, например, Tom is the cleverest boy in the class. Tom самый умный в классе. In, в, да, как обычно мы привыкли, мы знаем этот предлог, в, of, is, да. А когда мы с вами говорили о сравнении предметов, да, у нас там было чем. Слон больше, чем бегемот, да. Там у нас было слово than. Than. У вас в домашнем задании будет как раз вот than там будет. Okay. So, let's do the task. Сделаем сейчас задание. Let's do task number 3 at page 110. 110-я страничка номер 3. Here you can see six people, да? Шесть людей, шесть ребят, three girls and three boys. And you will listen to the dialogue between two people. Вы услышите диалог двух людей, да, которые будут обсуждать фотографию, школьную фотографию, был их лет, да, и они будут обсуждать своих прошлых одноклассников. И будут рассказывать, кто из них каким был.
So please listen carefully, внимательно слушайте, и вам нужно понять, кто из них кто. Энди, да, каким был Энди? Pretty, shy, good, strong, kindly, loud. Babs, да, какой была Babs? Pretty, shy, good, strong, kind, loud. Да, какой? Pretty, мы знаем, красивая, shy, скромная, good, хороший, да, здесь, видите, у него A стоит, самая лучшая оценка, значит, он, видимо, хорошо учился. Strong, сильный, kind, добрая, loud, видите, он кричит, значит, громкий, да, громкий был. Okay, let's listen and match, и соединяем, то есть вам нужно соединить, кто есть кто, да. 14A, Magic Moments. Exercise 3, page 110. Listen and match. Look, I've found my old yearbook. Do you remember Andy? Andy? Oh, yes. He was a really good student. He got A's for everything. And look, that's Babs. Babs was so pretty, wasn't she? Yes. She's still pretty. Is that Alice? Yes. Oh, she was so shy. I know. We called her Shy Ally. Oh, yes. I remember. Look at Ronnie. Ha! He was really strong. He was always telling us how strong he was. He thought he was Tarzan. That's Joe, isn't it? He's shouting in the photo. Oh, I remember Joe. He was so loud, no one wanted to sit by him. Look. That's Polly. She was so sweet and kind. Oh, look! She's got her cat with her in the photo. She's got about 5 cats now. She was always so kind to animals, and she's got lots of other kinds of pets too, you know, not just... Okay, so I hope you finished. Let's check your answers. Проверяем ответ. У вас должно было получиться. Andy, good. Babs, pretty. Alice, shy. Ronnie, strong. Joe, loud. And Polly, kind. Now let's do number 4. Четвертый номер делаем. Talk with your friend. Now let's ask questions and answer them. Зададим вопросы и на них ответим. The example is here. Who was the best student in the class? Andy was. Кто был лучшим студентом в классе? Andy. Да, самым лучшим. The best. Да, вот видим, что у нас здесь артикль the. Да, the best student in the class. Andy was. Хорошо, надо задать теперь вопросы про остальных ребят. Да, запишите, пожалуйста, вопросы и ответы в тетрадочке. Да. Еще пример, да, давайте вот про Babs сделаем. Вы точно так же пишете структуру предложения, вопросы такая же, только вы меняете здесь прилагательное и, соответственно, имя ребенка. Who was the prettiest student in the class? Кто был самым красивым учеником в классе? Babs was, да? Prettiest, вот у нас с вами есть prettiest. У нас слово pretty прилагательное оканчивается на букву Y. Мы знаем, что Y меняется на I, и только потом добавляется EST. Who was the prettiest student in the class? Babs was. Okay, do the task, press pause. На паузу поставьте, делайте задание. And let's check your answers. Проверим ответы.
Who was the shyest student in the class? Кто был самый скромный, да? Alice was, да? Shyest тоже поменяется y на i и добавится est. The next question. Следующий вопрос. Who was the strongest student in the class? Кто был самый сильный? Ronnie was. Да, Ronnie. К strong мы просто добавляем окончание est, ничего у нас не меняется и не добавляется. Who was the kindest student in the class? Кто был самым добрым? Polly was. Polly была, да? Kindest тоже добавляется est, просто без изменений, не забываем the kindest, самое доброе. And the last question, и последний вопрос. Who was the loudest? Кто был самый громкий? The loudest student in the class. Joe was, да, Joe был. Loudest тоже добавляется est, без изменений. Now, please open your exercise books at page 102. 102, exercise 7, седьмое упражнение. Это последнее, что мы с вами сегодня сделаем. Напиши сравнительную степень и превосходную степень прилагательных. Да? Потренируемся добавлять окончание ER и EST. Вспомним сравнительную степень, да, и потренируемся добавлять эти окончания. Here you have four examples. У вас четыре примера уже есть, да, по четырем правилам добавления. Когда мы просто добавляем ER, когда просто добавляем R, если слово на I заканчивается, когда буковка Y в конце меняется на I, и когда удваивается согласное. Small, smaller, the smallest, happy, happier, the happiest, nice, nicer, the nicest, and hot, hotter, the hottest. Let's do number five, fifth word, пятое слово. Late, поздний, позднее, как у нас с вами получится позднее. You also can press pause and do the task by yourself and then come back and check your answers. Вы также можете поставить на паузу, выполнить, потом проверить ответы, да, со мной вместе. Okay, let's do it with me, делаем со мной. Или самостоятельно, а потом проверяем. Так будет лучше, да, карандашиком, а потом проверите, и все. И будете большим молодцом. Late, поздний. Как сделаем позже? Later. Просто добавляем буковку R, потому что слово у нас заканчивается уже на I, и нам вторая I не нужна. Самый поздний, например, поезд, да, последний, самый поздний, едет восток-то. The latest. Не забываем артикль the в превосходной степени обязательно всегда. И просто добавляем st без i, потому что i у нас уже есть. Clever, умный, умнее. Cleverer. Это мы знаем, проходили уже, тренировали очень много-много. И самый умный the cleverest. Слово good. Это у нас с вами исключение. Мы с вами говорили об этом тоже, когда проходили сравнительную степень. Мы учили наизусть это исключение, да? Почему это исключение? Потому что оно не поддается правилу добавления окончания ER. Обычно слова исключения меняются в корне, да? Например, good, хороший, лучше у нас как будет? Better, да? А самый лучший, the best. Это надо вот просто выучить, и никак по-другому. Pretty, красивый. Слово оканчивается на буковку Y, да, поэтому она поменяется на I, но причем, помним правило, что да, заканчивается на Y, но еще важнее, что перед Y стоит согласная. Если гласная, то Y не меняется. Prettier, красивее. И самое красивое – the prettiest, да, prettiest.
тоже меняется y на i и добавляется est. Loud, громкий, громче. Louder и самый громкий, the loudest, the loudest. Здесь просто добавляется окончание er и в превосходной степени the и окончание est. Shy, скромный, опять оканчивается на согласную плюс буковку y, поэтому y меняется на i, shyer, и самый скромный, the shyest, shyest. So you can press pause and check your answers. Вы можете поставить на паузу, проверить ответы. А я это все удалю, потому что оно будет появляться потом на всех остальных моих экранах. Okay. So, let me explain your homework. Давайте я объясню вам домашнее задание. Okay, here is our workbook. Вот она, наша рабочая тетрадь. And your homework will be at page 56-57. На страничке 56-57. Домашнее задание. Exercise 1, 2, 3 and 4. Четыре упражнения на этих страницах. The first one. Первое. Read, choose and complete. Прочитай, выбери и вставь. Нужно вставить слова shy, good, loud, strong, pretty and kind по смыслу, не меняя эти слова никак. Просто по смыслу, да? Слова незнакомые мы учим. Выписываем с перевода в тетрадочку и учим, как и неправильные глаголы, которые мы сегодня прошли. The second task, второе задание, read and correct the word in bold. Нужно здесь уже исправить ошибки. Какие? Только слова, которые выделены, нужно исправить. Example, пример. The giraffe is taller than the elephant. Tallest здесь неправильно. Почему? Если мы переведем, то получится так. Жираф самый высокий, чем слон. Это неправильно. Мы скажем, что жираф выше, чем слон. Да? Поэтому мы вот исправляем tallest на taller. И вот у нас с вами появилось вот это вот than, чем, да, than. Giraffe is taller than the elephant. Жираф выше, чем слон. Здесь нам уже нужно поменять предлог. Our room is nicer of their room. Мы помним, я вам говорила, что of – это из, да, то есть самый высокий из, самый лучший из всех студентов, да, самый умный из всех студентов, учеников. Здесь of нам не подходит, да, потому что наша комната милее или симпатичнее из их комнаты. Ну, нет, мы скажем, что их комната симпатичнее, точнее, наша комната симпатичнее, чем их комната. То есть нам сюда of нужно заменить на чем, а это будет them. Ну и так далее. То есть вы делаете также, меняете выделенные слова и исправляете их на нужную форму, да, сравнение прилагательных, сравнительной степени или превосходную, да, и вы также, если вдруг есть предлоги, то вы их тоже меняете. The third exercise, read and do the crossword puzzle. Здесь нужно сделать кроссворд. Здесь уже нужно в этих предложениях раскрыть скобки и поставить прилагательное в правильную степень сравнения, да, либо louder, либо loudest, и вписать кроссворд. Jim was the loudest person in the class. Jim был самым громким человеком в классе, да. Ray is stronger than Bob. Здесь у нас сравнивается два человека, Ray и Bob. Поэтому есть у нас предлог than, чем, поэтому stronger делаем в сравнительной степени, добавляем er, and so on and so forth, и так далее, да, делаем. And the fourth, the last, read and underline. Прочитайте и подчеркните, или в кружок обведите, да? А вам нужно здесь выбрать уже правильный глагол в правильной форме, но здесь у нас с вами есть три вида предложений, три типа. Это утвердительное, отрицательное, вопросительное. Да, мы знаем с вами, что в утвердительном предложении у нас глагол правильный, к нему добавляется окончание -ed для того, чтобы образовать прошедшее время. Неправильный глагол нам нужен во второй форме. Если у нас с вами вопрос или отрицание, у нас появляется вспомогательный глагол did, да, и уже нам глагол с окончанием -ed или во второй форме не нужен. Если есть did, то глагол простой, как всегда, обычный, без окончания -ed
и без второй формы, да, таким, какой он есть. Okay, so I wish you luck, я желаю вам удачи. Have a good day, хорошего дня, and see you soon. Скоро с вами увидимся, надеюсь, онлайн или вживую, конечно, лучше. Вот, thank you very much for the lesson, спасибо вам за урок, вы большие молодцы, потрудились на славу. So, goodbye.